Всем привет! Это видеообзор лакомства для собак фирмы Трикси. Я его приобрела в магазине Шиншилка. В этом лакомстве 75 грамм. Это лакомство со вкусом курицы, ягненка и говяжьего рубца. Значит, состав, ингредиенты: мясо и мясные субпродукты, масла и жиры, минеральные добавки, не содержит сахара. Клетчатки 3%. Отличный состав. Значит, так как у нас Сонька маленькая, лакомство уже хочет кушать, и мы их используем для дрессировки, я их делю на маленькие кусочки, и она их с удовольствием схрумкивает. Я сейчас вам покажу, как выглядят большие косточки. Вот такие вот косточки. Спасибо вам за внимание.